«Я как будто снова родилась, когда вышла на пенсию», рассказала Наталья Сметанникова. После того, как она возглавила районную организацию Всероссийского общества инвалидов, у нее нет и свободной минутки, скучать не приходится. В местном отделении более 1000 человек, и все при деле. Кто-то нашел себя в искусстве, кто-то в общественной работе. Кто у нас самый талантливый, кто у нас самый активный? Это наши пенсионеры. Поэтому вот я хочу сказать, что вот когда я вышла на пенсию, я окунулась в совершенно свой мир, где люди, которые теперь уже свободны от производственной деятельности, могут реализовать свои все возможности, все свои таланты. Где найти себя и применить свои знания и навыки, вопрос у представителей серебряного возраста в Ленинском районе не стоит, поделилась опытом работы с пенсионерами глава администрации Елена Бондаренко. Это многочисленные общественные организации, в том числе и Совет ветеранов. Это надежда и опора Ленинского района во всех начинаниях. Мы говорим им сегодня слова благодарности, надеемся, что и дальше они будут вот такой же опорой района, и благодаря их активной жизни и позиции мы будем воспитывать молодое подрастающее поколение такими же достойными жителями нашего района, города и страны. Представители серебряного возраста участвуют в субботниках, благоустраивают дворы, берут на себя управление домами и целыми микрорайонами. Впрочем, есть в Ленинском районе и своя творческая интеллигенция. Пенсионеры пишут музыку, стихи и рассказы, издают книги, играют в народных любительских театрах, участвуют в фестивалях, конкурсах и выставках, как районного, так и всероссийского масштабов. Не могут сидеть без дела. Знают люди старой формации, старой закалки, что называется. Да? Они очень активны, они очень неравнодушны к тому, что происходит у них во дворе, в районе в целом. Да? Они оказывают, конечно, очень большую, очень ценную поддержку всему тому, что происходит в жизни района. Они не просто сгенерировали какую-то идею или сказали делать, они еще очень активно сами принимают вот это участие. Это, конечно, очень похвально. Это то, чего сейчас не хватает нашей молодежи. День пожилого человека в Ленинском районе отметили с размахом в Доме актера. Активисты и почетные представители серебряного возраста получили от администрации подарки. Закончился праздник концертом с участием творческих коллективов. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.